В начале резонансной истории, в центре которой оказался 9-летний мальчик из семьи, где он находился под опекой. В состоянии сильного истощения, с обморожениями ног и рук и с травмами ребенок попал в детскую областную больницу в Калининграде. Следователи подозревают, что все это последствия издевательств, которым мальчика подвергала женщина, ранее взявшая его из кемеровского детдома. Маленького пациента сейчас выхаживают врачи. Ситуация стабилизировалась на данный момент. На сегодняшний день вопрос об ампутации нижней конечности не стоит. Я думаю, нашим специалистам удастся справиться, и мы консервативно ребеночка вылечим. Ребеночек поступил, конечно, тяжелый, истощенный. Сейчас мы его откармливаем. Все для него есть. Медикаменты, перевязочный материал, питание. Все есть. Так что можно по этому поводу не переживать. Сейчас идет доследственная проверка. По итогам будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела. Женщина-опекун на время отстранена от воспитания ребенка. Как уточняют местные СМИ, прежде чем взять его к себе, она прошла школу приемных родителей. При этом пенсионерка воспитывала еще одну девочку 13 лет. И та якобы не подтвердила факт издевательств над мальчиком. Тем не менее, ее саму, как сообщается, все же решили поместить в другую семью. Между тем, люди несут в больницу вещи, игрушки и сладости для пострадавшего ребенка. У него наблюдается особенность развития, поэтому внимание взрослых для него особенно важно.